У Государственного совета республики сегодня появилась своя аллея. Деревья на склоне Чебоксарского залива высадили депутаты нынешнего созыва и ветераны чувашского парламентаризма. С места событий Дмитрий Ковалев. Саженцев 42, но желающих заложить новую аллею было куда больше. Кому орудовать лопатой, а кому носить воду, депутаты решили без прений. Но у нас в этом полностью есть взаимопонимание. И в целом у нас есть понимание, что мы должны вместе работать на благо Чувашской республики и на благо жителей нашей любимой республики. Большинству депутатов не впервой закладывать аллеи. В этом деле, говорят парламентарии, важна каждая мелочь. Совет от бывалых. Чтобы деревья приспособились, их ветви должны быть обращены к югу и северу, так же, как саженцы росли в питомнике. Я работал много лет в больнице, Чебоксарской центральной районной больнице. Там сажали деревья, в районе сажали деревья, сажали парки. Самое главное при посадке деревьев, посадить мы много можем. Самое главное сохранить, чтобы они все пошли, чтобы они все росли. Поводов заложить аллею у депутатов немало. 27 апреля в стране отметят День российского парламентаризма. Впереди 25-летие Госсовета и юбилей столицы региона. Мы знаем, что город Чебоксар у нас в числе лидеров по комфортности, по благоустроенности среди городов Российской Федерации. С учетом этого, конечно же, создание вот такого еще аллеи именно во время проведения субботников, посадки деревьев, да, когда весна. Это очень важно. Это объединяющее всех людей. Людей, поколений, я уже сказала, но и убеждений. Чтобы в парламенте, несмотря на свои взгляды, была одна дружная цель – это благосостояние наших граждан и процветание нашей республики. От исполнительной ветви власти деревья сажал глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что это только начало благоустройства набережной залива. Чтобы на этом склоне, соответственно, все больше кустарников – плодовых появлялось, не просто там деревья. И это очень важно, потому что дети и те молодые люди, которые будут гулять, мы рассчитываем, что они бережно будут относиться. Сегодняшний вклад в благоустройство залива от депутатов – 33 астролистных клена и 9 саженцев елей. Аллея будет называться «Дружбой». В этом случае депутаты приняли решение единогласно. Затем, как растут деревья, народные избранники пообещали наладить депутатский контроль. Ни один кустарник, ни один сеянец не должен засохнуть. Дмитрий Ковалев и Павел Редков, Республика.